Останки таинственно исчезнувшей 8 лет назад женщины найдены в Пинском районе. И тоже очень загадочно. Жительницу деревни Красиева искали еще с конца августа 2008 года. Милиция рассматривала и версию убийства. Однако семья погибшей настаивала на том, что в исчезновении родственницы не было ничего криминального. Долгое время 54-летняя женщина числилась пропавшей. Никаких известий о ней не было. Но сыщикам спустя 8 лет удалось отыскать след. Ее останки находились на глубине полутора метров в одном из хозяйственных строений усадьбы, где проживала ее семья. Сверху место захоронения было забетонировано. На данный момент родственники погибшей уже в статусе подозреваемых. Один из них сын, который утверждал, что мать заблудилась в лесу. Мотив преступления выясняется. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий отрабатывались различные версии и насторожило поведение близких родственников, которые исключали своим поведением и своими показаниями именно криминальный характер данного исчезновения. Однако в ходе отработки и следственных действий сотрудниками уголовного розыска УВД Брестского исполкома и сотрудниками Следственного комитета было установлено, что в хозпостройке по месту жительства на глубине полутора метров были обнаружены останки, которая разыскалась без вести пропавшая. К сожалению, в совершении данного преступления мы подозреваем близких родственников.